не с этим, не с болезнями, а связанные с питанием, то есть взагалі. То есть нехватка каких-то веществ. Возможно, что здесь что-то с подвоем, с привоем. То есть когда по всему телу начинается гомозность, потом совершенно разное. Здесь как бы не из-за чего, да? Здесь еще я могу понять, потому что вот рядышком, скажем, да. Поэтому это общая гомозность, да. Самые мелкие, это общий гомоз дерева, то есть с ним что-то где-то не в порядке, вот в самой системе, да. То есть каждую вы не обработаете, здесь надо просто понять, что с ним делать, либо его подлечить, либо его вырубать, либо обрезать, допустим, вот он гомоз пошел, если вы видите, что вся эта, то легче тогда такую ветку просто срезать до живого. Так, а он срезаешь, а он с середины лезет все равно. Вот такие вот. А посему, я думаю, изначально это комплекс всевозможных неблагоприятных факторов. Значит, вот это вот, которое здесь может быть все что угодно. И оно, да, вот у нас вот такое маленькое, вот это вот признак всего. То есть нефть, да, то есть несмотря на то, что затянулось, камни, оно там, да.
здесь был сучок. Здесь был сучок. Угу. Что в этом случае я делаю? Немножечко вот так вот расковырять его непосредственно. Оставались такие садовые или вам не давали? Давали. Где у меня? Ну, наверное, это не слушает. Это баранова подожил, валяется. Тебя так и садовые ножи этот. А кулеров всех нема? Что, мы тоже такое делаем? Нам повыдавали, мы так и тянули. Консервы открывали. Да, раньше же минус 500 не было. Оно все пошло вокруг и пошло. Наверняка вот это вот. Всего этого. Горбатый, да. Чуть-чуть вокруг обрезаем. Вокруг раночки. Даже практика прошла. Да, побрызгала. Будет анестезиолог у нас. Да. Лучше, конечно, работать осенью и весной. Ой, как хорошо, замечательно. Вот такого оно не разворушивается, потому что не живое, да? Уже без сокодвижения. Да. Шикаем, у кого? Пшикал. Анестезиолог? Прям туда. Все, хватит. Давай. То вы уже один раз там достаточно. Один раз. У нас Павел Владимирович, да побольше, да погуще. Да, вот этого сразу удаляем. Тоже так отнимаем. Ну, меньше будет.